парашютиком. Так-то вода тут чистая. Солнечный день, солнечный. Сейчас тоже придется через перекат перебираться. Андрюха снова гулливерит. Что делать? Куда? Может, не вылезти тоже? Смотри-ка, сильный гулливер у меня. Повезло мне с гулливером. Лилипутский флот не подведет. Да, он его спугнул, да? Голодного. Сейчас начинается день поцелуев. Здесь стоял, мы же знали. Ну, начинается. Обезглазил. В следующем году ждем тебя. Заколебали, блин. Месяц, когда там, месяц назад, блин, целовали, опять целуют. Приехали. Да. Ладно, работаем еще. Так и предсказуемо есть, не стоит еще, в принципе. Что, проходим пока так? Да, и чего теперь делать? Нет. Надо отметить. Ты же его подержал. Да и щука тоже где? Где? Наверное, я в воде. Похоже, что в воде. Будем искать. У вас нет такой-то, такая саранжевая? Че, ушла? А тут же будет можно. Была. Ты что, на дурочку не будет? Она говорит, гребите отсюда. Попробовала. Ваших. Да. Да хотя бы на 10. Давай, Жека, там облавливай все. Ему будет, наверное, ниток этих. Красные нитки есть, надо их, наверное, привязать на кончик. Пучочек. Я такого еще не видал. И продолжается. Жалко, что Андрюха только курит в это время. Да. Вроде нам заело, так бы вообще не заедали. Да. Да. Так, сейчас я сижу, что разъедите. Так. Сейчас сжимает.
Вова, сухостой, дров-то сколько? Че, не хочет? Ну, маленький попадает в бюджет. Смотри, смотри, что-то тащит там. Не торопись, быстро не тащи. Смотри, 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 опять у него. Он берет, он у него зачетная. Ты поцеловал? Да. У него зачетная. Ну хорошо, отлично. Ну то он там и поставлен. Да, 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 да. А мы шнурков. Вот так наши снизу, да? Он просто хотел узнать, как работает этот самый. Я говорю, надо мешок ему отдать. Тогда нам. А я во что буду ложить? А мы будем ложить? Мы с тобой целуем, отпускаем. А у него потак в доме будет. Ничего, он будет. Давай, причаливай. Вот здесь она и стояла. Хариус вот стоял. А мы и не узнаем. Меня не грести, да? Ну ладно, хорошо. Обходить надо, да? Да. Ходы. Давай, залезай. Женька, давай уже, уходи и лови, блин. Займись делом, что. Ты зачем приехал-то сюда, блин? Гнал, гнал, каракат, блин. Рыбу ловить большую такую рыбу. Должна быть вон там. Или даже ясь. А, листик поймал. Листик, листики цепляет, значит, в острый. Значит, в острый. Коряга. По колено. Я пока слева положу. Поцелуйчик и отпускуйчик. Да, видите, ребята. Вот. Его уже целовал Володя. Его не целовал, наверное. Он, она очень хотела. Припыхалась очень. Да. Что он там гремит? Он сейчас вот бревном проплывать. Ощущение это было. Смотри, какая поляна вся измята.
Проведи-ка, проведи-ка. Вообще вода чистяк. А что ты делаешь? Все камни видно, на какие можно сесть и не сесть. Тоже что ли побросать, а то все это бросает, бросает. Побросать что ли? Да. Кому-нибудь загони в пасть там. Обман. А впечатление такое было, что, блин, да, что... А так трава, трава. Вот так вот бывает. Вот такая у нас Нелинга в сентябре. В середине сентября. Мелкая. Вот тебе и осень. Бурлящая. Видит, да, вычисляет. Вот где мы успеваем подойти незаметно. Там еще что-то. Есть шанс что-то поймать. Что-то как-то неправильно он идет. Отказывается правильно работать. Дальше. Дальше, дальше она стоит. Как вариант. Давайте это самое. Спокойно. Не, дайте ей отдохнуть. Че вы? Блин, вот смотри. Я не кидаю. Не кидаю, Александр, я кремень. GoPro стоп видео. Ни за что. А тут медленько это у нас. Хорошо. Вообще пипец. Он там бревнышко сидит, наверное. Вот, может. Вот. Зацелована. Забракована. И назад. Щучка в речку. Отпущена. Хорошо, что она не опущена. Ни толк не клевала. Опа. Целуй! Не хочет, не хочет! Не хочет целоваться. Ну что, ладно, не любит он ее целовать. Подержался, стопки лишен. И главное, ведь мы все лишены теперь. Все наказаны. Все бы обрадовались твоему успеху. Мы тут песни поем, да, заманиваем. Блин, за траву зацепляется, и все. И все. Помаши рукой, Маша. И Миша. Занята рука, но машет.
Странно, странно. Было чего, нет? Или так просто? Женька, из этими камушками был потерян твой подсак, который у тебя сейчас. И через дней 5 был выловлен обратно. Что это было, Саня? Саня не виноват. Ну давай, 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 давай сюда. Ты мне только не заведи спиннинг в лицо. Я вроде бы прозрачная вода. Хорошо. Камеру сыграла. Ой-ой-ой-ой-ой. Заплатил это все. Уху, Жека. Жека, ты прошел. Дядя Зверя. Саня, нужен пассатиж. Весь там, Боблик. Просто весь. А пассатиж где? А пассатиж у тебя под попой. Все хорошо. Сейчас. Какая же килошечка уже? Да это почти полтора. А моего на видос. Видите, как заглотило все. Сейчас он немножко поработает. Operation будет. А мы это самое, отметим это дело. Греби Мишка, сюда! Мишка, твой воблер работает! Это наш теперь воблер работает. Сейчас мы будем есть и как она его жжет. Икру кабачковую. Я вообще конкретно. Женя покидает один спиннинг, потом покидает второй, потом к берегу пристанет. Поругается, поговорит сам с собой. Нам-то есть с кем разговаривать, да? Да. У нас сколько рыбы там в мешке. Опять общается с кем-то. Листопад. Осторожно. Это такой глубокий тему, то есть. Это глубокий, да. Глубокий, вот он говорит. Глубокий? Угу. Как вот так вот? Я только хотел чего-то половить. Вот сама зашла, сама снимается, молодец. Да. Ну вот, мучайся. Так, надо в банке убирать. Не, ну это же такое приятное мучение. О, это вообще обалденно. Тебе опять на... А, ну вот тебе надо же... А? Ну все, хорошо. Его не видно. Сейчас, сейчас, сейчас. Ты немножко сделай паузу. Сделал. Сейчас. Вот тут была. Около коряги, да. Вот коряга тут. Так. Терпеливо пока ждет. Приятненько. Сучка. Так, что тихо, не брыкайся. Просто не брыкайся, не брыкайся.
покажи ее. Покажи ее, Андрюха, она может хочет сняться просто. Вот, все хорошо. Нормально, мы сейчас развернемся и пойдем. Вот Андрюха, этот самый как он? Циркач. Не-не. Ну, похоже, понравилось это самое, бродом походи. Опять, да? Ну, как-то он запрыгивает и сразу нас закидывает куда-то. На, лови, не выпендривайся. Ну ладно, хватит тут рассказывать. Надо не рассказывать, надо показывать. Реально, блин, просто на камеру, когда ты это сделаешь, не расскажешь, а покажешь. Вот это будет. Было больше воды. Больше. Кидал дальше. Воды было больше. У нас такой реги не было. Я косодаку поставил, только глубоководную. Вот такую косодаку. Ну вот равенчик, да. Это не выговорил. Понятно, что было. Да я там тоже цеплялся. Вот такая же. Это косодака. Место такое нормальное. Должно быть что-то. Что-то должно быть. Давайте, ловите, ребята. Женька, вот, слово стоит забрать получится. Покидаю, если ничего не будет, так аппаратно на балдер. На уверенную работу с балдером. Ушла под бревно. Как ты хочешь, но под бревно, под бревно ее достань. Да и я там видел. Так что, блин, мы уже тут всех видели. Что думаешь, большая? Блин, если бы, Женя, ты сюда бы перевел на эту сторону, было вообще замечательно. Иди сюда ее, надо ездить. Он все в одиночку. У него уже все замуталось там, все замоталось. Это ты поменял спиннинг, да, обратно? Ну, тебе же говорили, что ты... Сказали, что стоит. Вишная копченка. Ее, блять. Гоу просто ведет друга. Что-то такое случилось. К какому месту? Вот место хорошее. Все отличное место. Мы уже на месте. Тут идет крупная щука, но вопрос. Кто ее достанет? Может, и когда?
ее поймали. Она сзади осталась. Я что-то не могу понять, что у меня тут. Как... А, снимает. Вот тут вот, бобры. Бобры тут поработали. Да. Может, окунь хоть какой-то один? Ну, щупарик. Щупарик. Целовальник? Целовать ее. Расти большая. Приходи к нам двухкилограммовый. И... Давай, пока. Деда, что, деда, что ли, блин? Да, блин. Только ночь сразу. Да. Она знает, что ее отпустит? Да. И поэтому так смело цепляет, что... Чтобы корешка стояла. Надо тут и потолще жить, чем нибудь. Место такое козырное. Они вот взяли и завалили его. Вот здесь сейчас щука будет. Она здесь должна просто... Куда ей деваться? Вот до этого, до березы дошла. И уперлась. Тем более это самое. Да. С той стороны уперлась. А с этой стороны другая уперлась. Да, да больше. Ты куда приведешь? А, веди, веди, веди ее, веди. Ну, хорошая такая. Так выплюнула бы сразу же воблера-то, не выплюнула. Евгений, не уходи, побудь со мною. Молодец. Что, почти к его. Не надо выражаться. Надо просто подводить, подводить, подводить. Поднимаем, поднимаем, поднимаем. Работай. Он только упал, он как бух, промазал, тут разворот. Есть. Как она умеет это делать, я все знаю. Как она это делает? С этими разворотами. Жрать захочешь, не так? Зачем что-то? Что это? Целовать и отпускать. Иди домой. Веди маму. Мама была. Мама ушла. Да. Вы не смогли с мамой. Аттрактант. Ты меня называла. Ветерок опять поднимается. Почему здесь никогда никто, да? Как-то странно. Я не помню, чтобы я под этим деревом или черемуха что-нибудь ловил. Но все там дальше, блин. Почему осенью там с острова, сколько там тогда, 5 штук взяли? Ловим рыбу, блин. Да, Женя, опять? Она укололась, короче. Да правильно, ты, у тебя удочка мешала нормально ловить. Вот пришел. Был такой. Вот она. Два человека. Сашка, возьми.
Я-то возьму. Да подожди, ты не трепыхай ее. Так, цепляй сразу-то. Да, вон. Блин. А ты отпустил? На, Андрюха. Ты просил? Я просил. Да. Ага. Выживал, ты пипец. Ё-моё. Чё тебе? Надо этот, потроха выживать. Наверное, да. Как не выговорить. Хит ты такой, да, этот? Да ты сам сказал, да, стань его достать. Не хочет, да. А, да, не хочет. Все, на. Хорошо зажала? Да. Да, придется ее забрать. Сейчас все. Все, приплыли. Он сказал, приехали. Он махнул веслом. Андрюха, подожди, я выйду. Проваливается? Димон тогда так провалился. Вынимаешь, там красная глина. Хорошо, сапог был расправленный. Он тут хотел попрыгать по камням. Ты пройдешь, не пройдешь? Можешь берегом лучше пройти. Опа, опа. Подожди, подожди. Как его? Ой, не знаю. Да. Ну че, хоть побольше немножко. Да, блин. GoPro стоп видео. Была-была, вот она, эти тесенькие. А, вон она, видишь? Да, мелкая. Легко была на него, я тут думал, он замаскировался. Закодированный. Надо было разломить. Убрал, да, палку-то? Выбросил. Слушай, ходит хорошо. Надо будет эти самые красные веревочки
и мотать. Да. На задний тройничок. Пройдем. Верно. Да. Да. Фьорды. Две. Правее. Вот хорошо. Одна въезд жрать, одна выскочила, долбанула. Блин. Я тебя поцеловальчик, что ли? GoPro стоп видео. Видишь, циклала еще раз, да? А? Она вот сейчас только что выходила опять. Я не зацепи за его веревку. Как не может разловиться, мой товарищ. Она такая шустрая, активная. Ну, слепая. Она бежит, ты раз ускоряешься, раз она... Я ее не видел, ее. Ты вот так же тупо разевал, быстро дернул. Не, ну что, надо пиво, пивка. Вот ты пивка выпил, а мы нет. Давай, вот так возьми. Это не она, это меньше. Та была больше. Оп. Та была больше. Это неплохая. Я знаю. Хорошо. Глубоко вот здесь такой не глубокий омут, это такой. Омутом-то его назвать даже нельзя, это больше так. Ну, здесь когда-то ловили. Лагуна. Это был такой хороший перекат хорюзовый. И перестала ловиться почему-то. Если бы кто-то ловил, да. А кому-то половиться поймать. Вот пиво-то, конечно, вообще. Вовремя нашлось, да? Это на Баузер, да? Хорошо, что это самое, да, мы его подержали до конца. А то бы сейчас уже бы вода была бы там. Там пивко попейте. Точно забросить не могу. Туда, где должно быть.
Не, дофига травы, блин. Причем не травы, а мути, блин. Но тут есть места, где ему стоять. Зачем тащишь по камням-то? Я сейчас приду. Надо перейти, да? Где сама? Она ж просто обмоталась вокруг. Понятно, интересно так. Она неприятная у нас. Странно, в этом месте в последнее время ловилось, а что-то нет, знаешь, надо за камнями кидать. Он там тоже что-то обходит. Да тут смотри, как занесло все песочком. Вот такой, смотри, как перекат такой стал Г-образный, З-образный. Ребята. Вот этот свежак вообще. Бобры тут забирают. На, он хочет взвесить ее. А то мы тут все на глаз, а он так раз. Она еще будет трепыхаться. Сюда. Ну-ка покажи. Коза. 1 700. 2 200. Что-то больше. Делайте ставки, господа. Женя, еще раз повтори, сколько весила твоя щука? 900 почти. Вот, видали, почти душечка. Да, подтверждаю. Закон палочка. Сидим в омуте, заканчивается рыбалка. На сегодняшний день. Надо рыбу чистить, солить, надо что-то сварить, поесть. Вообще надо чем-то позаниматься еще до темноты, может быть. Свет опять сегодня не будем гонять, или будем? Смотришь? Будем посмотреть. Ну, гаджеты можешь кому-то надо позарядить. Глаза сегодня не будут, кусало, то я сегодня проснулся, как китаец. Ну-ка, поближе покажи свой глаз, вот тот. Видали. Да. Вот ему глаз дал, значит.